Пошли, пошли. Пошли, красавец. Брус. Эльбрус. Ну, Эльбруса динамика получше, уже меньше, вообще, можно сказать, не хромает. Скорее всего, это признаки эозинофильного панистеита. Эозинофильный панистеит – это воспаление жировых тел, адипоцитов костной ткани. Происхождение неизвестно, то есть причина – это может быть вирусные заболевания, какие-то гормональные и другие. Наблюдать в течение месяца, давать НПВС и через месяц переделать снимок. На новообразование это не похоже.